Из года в год уже на протяжении почти 30 лет турнир, посвященный памяти Андрея Винника, погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане, собирает на своих площадках любителей волейбола. И если ранее свое мастерство демонстрировали молодые игроки, то теперь, второй год подряд, памятные медали разыгрывают ветераны этой игры. Те, кому за 40. Баталии были организованы в спортивном комплексе «Динамо». Как ветеран войны Афганистана, как батальонный комбат, я преклоняюсь перед каждым солдатом, который пронес эту тяжелую ношу. Я рад, что сегодня мы имеем возможность открыть спартакиаду во имя воинов-афганцев. Низкий вам поклон, спортсмены. Но самое важное, побеждает кто? Дружба. Медали памятного турнира разыграли 8 команд. Всем волейболистам уже перевалило за 40. Однако ветераны спорта продемонстрировали качественную игру, доказали зрителям и болельщикам, что еще не утратили игровую форму и навыки обращения с волейбольным мячом. Хоть соревнования и были заявлены как областные, но получились даже международные. Помимо представителей Кустанайской области, участвовали и гости из-за рубежа. Второй год подряд составили конкуренцию местным игрокам ветераны волейбола из города Троицк Российской Федерации. Судя по прошлому году, здесь очень много сильных игроков. 40 лет – это, скажем, уровень такой. Еще есть люди, которые мастерство свое показывают на высшем уровне. Поэтому здесь очень много очень сильных игроков. И особенно, ну, нравится, конечно, то, что некоторые ребята, которые играют, как бы ребята, мужички, им уже лет уже за 50, они еще все движутся, как молодые. Очень приятно на это смотреть. Все встречи были напряженными, наполненными игровым азартом и коллективным стремлением стать лучшими. В результате захватывающих баталий определились команды, которые взошли на пьедестал. Первое место завоевала местная команда «Клуб любителей волейбола». Гости из зарубежья стали вторыми. Замкнули призовую тройку ветераны спорта из Лисаковска.